Чего только не встретишь на просторах интернета. Вот довольно-таки сочное интересное фото, на котором туристы стоят и поджимают свои хвосты от страха, а вокруг кишат крокодилами воды. Воды-то какие-то мутно-зеленые. И к этой фотографии, друзья, небольшая заметка. Она довольно курьезная. Это заметка группы туристов. Посещала крокодиловую ферму, и они находились в плавучем строении посреди крокодилового озера. Хозяин фермы крикнул: «Тот, кто прыгает в воду и плывет к берегу, получит 10 миллионов долларов». Тишина была оглушительной. Внезапно один мужчина прыгнул в воду. Его преследовали крокодилы, но ему повезло. Он барахтался все ближе к берегу. Вот он берег, и вот оно спасение. Но крокодилы ведь и туда могут забраться на берег. Для них не представляет это большого труда. Однако же мужчина не пострадал. Владельцу фермы ничего не поделаешь. Держать слово пришлось. Дал слово, да еще в присутствии большого количества людей, так держи его. Тем более парень-то, мужчина, который переплыл до берега без последствий и спасся, не откусанной ноги тебе, не откусанной руки и даже пальца. Целеханик выбрался на берег и, конечно, ждет свои 10 миллионов долларов. Когда тур окончился, среди этого ада крокодильева, то владелец объявил: «У нас есть победитель, которому мы сейчас выдадим 10 миллионов долларов. Он единственный за все время существования моей фермы. Он единственный, кто откликнулся на мой клич переплыть к другому берегу, чтобы получить 10 миллионов долларов». Да, конечно, мужчина, ну, с удовольствием, надо сказать, получил награду. Он не ожидал. Он просто этого не ожидал. Он от себя не ожидал такого героического поступка. Мужчина и его жена вернулись в отель, в гостиничный номер. И тут мужчина решил признаться жене. Говорит: «Я не прыгал в воду. Меня кто-то толкнул». Ай-яй-яй-яй-яй! Его жена улыбнулась и холодно сказала: «Это была я». Ну, тут, конечно, пауза великого молчания. А что можно сказать в таком случае, друзья? А что бы вы сказали вот в таком случае? Мораль-то, конечно, истории, что за каждым успешным мужчиной всегда есть женщина, чтобы дать ему маленький толчок. А что вы думаете по этому поводу? Как вот вы расцените такой поступок? Героический поступок мужчины или это был героический поступок жены? Что бы вы сказали? Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.